На площади перед зданием Института филологии и межкультурной коммуникации у подножья памятника композитору Салиху Сайдашеву состоялся ежегодный праздник музыкального искусства «Лауреат народной любви», посвященный памяти прославленного композитора. Концерт был организован совместно с культурным центром «Сайдаш». Автором и режиссером проекта народная артистка России, профессор-заместитель директора по культуре и искусству Лима Галиевна Кустабаева. Возле памятника Сайдашева музыкальный праздник. Это называется музыкальное приношение Салиху Сайдашеву. Ну, у нас прекрасный памятник Салиху Сайдашеву построен, находится здесь вот в центре Казани. И мы каждый год, вот начиная с 2015 года, проводим здесь такие вот музыкальные празднества, на которых выступают коллективы, оркестры и симфонический оркестр, оркестр, джазовый оркестр «Фантазия», оркестр Татарского академического театра имени Галиаскара Камала. Это мероприятие является выражением всенародной любви к наследию Салиха Сайдашева и демонстрацией достижений татарской профессиональной музыки, хореографии и литературы. Я очень хочу, чтобы таких мероприятий было много, но самое главное, что вот эта традиция музыкальных празднеств, музыкальных фестивалей, посвященных Салиху Сайдашеву, чтобы эта традиция не умирала. Наоборот, она жила и каждый раз находила все больше и больше сторонников своих и участников, потому что это очень нужно. В концерте приняли участие народные и заслуженные артисты Республики Татарстан. Концерт собрал широкую аудиторию. Зрители насладились классической музыкой, татарской поэзией и игрой актеров, представивших отрывки из спектаклей. Амир Ахтямов, Никита Акиньшин, Универньюз. We'll be right back.